Всех приветствую. Дорогие зрители, нашел очень хорошую 1 плюс 1 в центре города, недалеко от моря, максимум 620 метров. Все находится в шаговой доступности. Здесь есть у нас открытый бассейн. Крытый бассейн. Вот. Фитнес, генератор, сауна, римская парная, детская игровая площадка, открытая парковка. Я спущусь вниз и вам все покажу. Так. Это у нас балкончик. Здесь где-то 5 квадратных метров. Раз, два, да, 4. Проект будет сдан к концу ноября. Вся полезная площадь где-то у нас 50-51 квадратных метров. Здесь в гостиной где-то 23 квадратных метра. Высокие потолки. Алюминиевый термопакет окна. С доводчиками. Риэлстон у нас гранитная столешница. Этот мойка. Столешница у нас здесь искусственный гранит. Вот до потолка шкафчики сделаны. Смотрите, как удобно. Сторона южная, юго-восточная, юго-западная. Три стороны, видите? Хорошая прихожая. В некоторых проектах, как заходите прямо в гостиную. Сюда стиральную машинку устанавливают. Вешалки. Все как надо. Так, здесь у нас санузел. Душевая кабинка. Так. Спальня у нас 11 квадратных метров. 10,5, 11 квадратных метров. Кровать устанавливается в эту сторону. 160 на 10. Туда шкафчик. Телевизор. Маленький французский балкон. Такой вот вид. Итак, цена, дорогие зрители. Цена этой квартиры 168 тысяч 500 евро. Без торга. Звоните по номеру плюс 90-555-064-91-10. Квартира находится в центральной части именно города Алания. Я сейчас выйду, прогуляюсь, там кое-что покажу. И не забывайте поставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал, если все еще не пропустили. Если вас интересует какая-нибудь недвижимость в Алании, я не успеваю снимать ролики, как говорил раньше, сейчас говорю. Спрос большой, а предложений все меньше на рынке. Если вы приехали в Аланию, звоните заранее, я вам подберу портфель. Смотрим дальше. Выходим из квартиры. Вот она, вот такие вот двери. На этаже три с этой стороны, два лифта. Три с этой стороны, шесть квартир на этаже. Спустился я в лобби. Вот здесь будет зона отдыха, ресепшн. Там генератор, отсюда пандус.
Фитнес-зал, наверное. Сауна. Здесь римская парная комната. Душевые кабинки. Открытый бассейн. Редко где строят, заранее говорю. Открытый бассейн есть в этом проекте. Маленький, но хватает. Здесь мало квартир. Ухоженный садик. Открытый бассейн. Санузлы. Переодевалка. И вот генератор. Фасад здания оранжево-бело-серого цвета. Красивую покраску сделали. Используем качественно стройматериалы. Сказал, все в шаговой доступности, центр, торговые магазины и тому подобное, ресторанчики. До моря максимум 620 метров, до песчаного пляжа этого района. Куда я зашел, теперь я не помню. Кажется, отсюда. Генератор. Там 25-метровая дорога. Здесь видна Айла Валаневту с той стороны. Там ресторанчики. Позади меня море. Звоните, пишите. Вот какой день. Кактус в деле. Номер плюс 90-555-064-91-10. С вами Агаси, Солнечная Алания, район центр Алании. Всем пока-пока.